على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم أيالو دين kardeşlerim Barizga da Allah razı olsun ya Allah şunda ortaçık etken Allahu Teala barakatınızdan etsin ya Allah her basan ayağınızına Allahu Teala zuhabişke yazsın ya Allah Barizga da barakallı veremen kardeşler Allah buyursa Şunla başlayınca üç kulkuda iki kulağız okuyun inşallah rahman. La ilahe illallah ve allahu akbar ve lillahil hamd. La ilahe illallah seyyiduna ve seyyidul alemine Muhammed ve Muhammedur Resulullah. يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين فاتحة Barızga da Allah razı olsun ya Allah. Уважаемые участники собрания, дорогие гости, сегодняшнее собрание приурочено 70-летию насильственного переселения жителей Тарки Кахлой-Альбуркен Хасаюрский район 12 апреля 1944 года. Этот день памяти и скорби с особой горечью возвращает нас к трагическим событиям 1944 года, годы Великой Отечественной войны. Репрессиями и насильственным переселением подверглись тогда многие народы Союза, в том числе сейчас кумыков, таркенцы, как говорится, альбуркенцы. Последствия насильственного переселения до сих пор не изжиты. Разрушенные в годы переселение в наших селениях не восстановлено. Не компенсирован ущерб, нанесенный самим же государством. Земли таркинских колхозов, изъятые в 1944 году, до сих пор не возвращены. В том числе и вот эта территория, в которой мы сегодня находимся. Репрессированы, реабилитированы. Насильственно переселены, приравнены, репрессированы. За исключением жителей трех кумыкских селений. Уважаемые участники собрания, Организационный комитет, образованный еще в прошлом году по подготовке этого собрания, проделал определенную работу. Я вам в двух словах скажу. Каждое селение при уезде стоят стелы упоминания. В редакции газеты «Юлдаш» провели круглый стол. Опубликовали отдельные статьи, посвященные вот очевидцев там, которые были в Алмате, Осман-Юрты, Байрамовули. Была организована поездка жителей Тарки, Альбуркен, Кахлай. И состоялась там встреча поколений. Уважаемые участники собрания, число присутствующих позволяет нам начать работу. Позвольте мне... Собрание считается открытым.
В нашей работе принимают участие известные республики общественные деятели, народные поэты, писатели, руководители местных общественных организаций. Приехали к нам в гости из Байрам-аула, Бамматюрта. Да, Бамматюрта здесь. Участие в нашей работе представители духовенства, а также средств массовой информации. Уважаемые участники собрания, в целях организованной работы предлагали следующий порядок работы нашего собрания. Собрание провести в течение часа-полтора до намаза. Первым выступающим дать 10 минут, другим дать в пределах 5 минут. Если справки будут, 3 минуты. Может, есть другие предложения? Поступило предложение утвердить данный регламент. Голосовать надо? Принято. Регламент принят. Нам надо сформировать рабочий орган. Президиум. Организационный комитет по подготовке и проведению собрания. Представитель сельского общества Кахлы Альбуркин рекомендует избрать президиум в следующем составе. Вагид Абдулмаджидов, председатель оргкомитета Тарки. Дадаев Сиражутдин Дадаевич, председатель общественного комитета Анжи, зампредседателя оргкомитета Искухулая. Хазбулатов Сайдин Мухтарович, член местной общественной организации из Альбуркента. И наш народный поэт, поэтесса Алишева. Если кто не знает, имеются ли другие предложения по количественному составу? Нет. Надо ли голосовать? Согласны. Все согласны. Избранных прошу занять место за столом президиума. Избранный состав президиума прошу подняться. Уважаемые участники собрания, обычно на собраниях поступает ряд предложений, которые надо бывает учитывать при подготовке документов. Вот в связи с этим предлагаю образовать редакционную комиссию, включить ее в состав председателя организационного комитета, и юристов, которые занимаются этим вопросом. 3-4 человек. Если у вас предложения есть свои, тоже можете предложить. Согласны? Согласны с таким решением? Хорошо. Уважаемые участники собрания, переходим к повестке дня. На ваше рассмотрение предлагается следующую формулировку вопроса повестки дня. О насильственном переселении жителей Тарки Кахулай, Альбуркин, Хасаюрчевский район 12 апреля 1944 года и его последствиях. Какие имеются предложения? Вы можете другую формулировку дать. Или вы согласны с этой формулировкой? О насильственном переселении жителей Тарки Кахлой Альбуркин, Хасаюс район 12 апреля 1944 года и его последствиях. Есть другие предложения? Если нет, я ставлю на голосование. Кто за принять такую повестку дня, прошу проголосовать. Единогласно. Спасибо. Повестка не принята. Прежде чем начать нашу работу, хочу обратить ваше внимание на то, что мы не на митинге, не на сходе. Отмечаем печальный для нас всех день памяти и скорби. Мы помним и память эту передаем верующим за нами поколению, чтобы в будущем 44-й год не повторился. Это пусть будет также упоминанием нашим, ну, мягко говоря, недругам. Призываю вас, сдерживайте, пожалуйста, свои эмоции, соблюдайте регламент и повестку дня. Все, что хотите сказать, говорите спокойно, не переходя на личности.
Ассаламу алейкум. Бизим кумук халкыбыз, мени кумук халкым Даргуда булган Кахулай, Кахулайда булган ал бирген келген коноклорго да коноклор деп тейкмейме биздин халкыбызга? Эмне түрөсү баарыбыз да бир халкбыз биз. Эмне конок болабыз бир-бирөөгө? Бүгүнкү бу жыйын ачылууда бу айтып кетти, бу митинг түгүл, бу биздин бүгүнкү лакырыбыз, биздин кысматыбыздын хакына. Биздин өткөн жылдарыбыздын хакына биздин лакырыбыз. Ар кез өзүңүз чыгып өзүңүздүн оюңузду, кыялыгыңызды умутларыңызды айтып аласыз. Биринчи сөзүнү биздин вайт кибиребиз. Бир дагы келин, ассаламу алейкум. Память особой горечи возвращает нас к трагическим событиям 40-х годов прошлого века, когда от карательных мер, депортации и репрессий пострадали многие народы Советского Союза. Эта участь постигла также дагестанских немцев, потомков первых колонистов, чеченцев, акинцев и части аварцев, даргинцев, лакцев, жителей высокогорных, труднодоступных, бесперспективных аулов Дагестана. Не обошла стороной эта трагедия и части кумыков, таркинцев, кюхлаевцев, альбыркенцев, которые в этих процессах, подчеркиваю, в этих процессах занимают особое место. Они незаконно, без какого-либо основания путем насилия и притеснения, обратите внимание, не центральным органом власти, а Махачкалинским городским советом были поспешно переселены в Хасавюрский район. Этот чудовищный акт до сих пор принимается нами как насилие, потому что не в указах Верховного Совета СССР, не в постановлении Народных комиссаров СССР, ни в постановлении Совета народных комиссаров нет ни слова о том, что таркинцы, как говорят, таркинцы тоже подлежат переселению. Это очевидно. Это Совет народных комиссаров принял это решение, поручив Махачкалинскому горсовету переселить колхозы имени Мопра 9 мая, 1 мая, бывшие чеченцы акинские колхозы Хасавюрского района. Очевидно, инициатива исходила от лиц руководства республики, которые давно хотели приобрести земли таркинских колхозов. А этот момент получился совсем удачным. Захватили давно вожделение эти таркинские земли. Наивные колхозы тогда их убеждали, что очень много нефти, что это нужно для государства. Они дали свои земли. Ни нефти там, ничего потом не оказалось. Ну, по крайней мере, в таком количестве, о котором говорили. И время это показало, что здесь не было нефти. Освободившиеся земли после переселения в количестве 8166 гектаров, в том числе пашни 4415 гектаров, распределили между Махачкалинским горсоветом, которым досталось 6200 гектаров. 50 жилых домов колхозников, строения, переселившихся колхозы, переданы предприятиям города. Вот так запросто таркинцы, кюхлаевцы, альбыркинцы решили неотъемлемого права жить на своей исторической территории, обладая всеми правами и условиями строить свою жизнь. Против своей воли люди оказались на чужбине. На первых порах жилось трудно. Вот среди нас здесь есть очевидцы тех дней. Многие тогда болели от изнурительных истощающих болезней, тифа. Прошло время, вот где-то в 50-х годах прошлого века, восстановление Чечен-Ингушской ассы. Реабилитировали репрессированных. Они возвращали свои дома. Территории соседней республики, включенные в состав Дагестана, были возвращены. А дагестанцев, которые были переселены туда, переселили в обратном порядке. Большая часть их под предлогом отсутствия условий в прежних местах проживания осели на равнине. То есть на территории традиционного расселения кумыков. Государство обустроило их и до сих пор оказывает финансовую и другую помощь.
Только о правах таркинцев, кюхлайцев, альбертинцев не вспоминает. И не справляет, допустим, в отношении нас ошибки. После возвращения чтецов акинцев в свое прежнее место жительства, Тарки, Альбертин, Кахлай вернулись и мы. Вокруг руины, жилые дома колхозников, мечети, школы, клубы, больницы, электростанции, да много-много другое были разрушены до основания. Земли коллективных колхозяйств распределены между предприятиями Махачкалы, хозяйством горных районов, до сих пор не возвращены. На этих территориях и сегодня живут сородичи тех людей, которые у нас забрали эту землю. Как следствие насильственного переселения в Тарки, Кахлай, Альбертинцы, серьезной проблемой является отсутствие предприятий, учреждений и организаций, где бы экономически активное население, а их более 20%, могли бы работать. Многие в поисках работы выезжают за пределы республики, даже страны. Другая проблема – отсутствие в наших селениях условий для получения современного образования, медицинской помощи, досуга, спорта, культуры. Если это все у нас имеется, так это вот застройки школы 70-го года. Они пришли в ветхость, и сегодня еще не состояние охватит учебы всех желающих. Сложное положение школ усугубляется еще и тем, что в селениях отсутствуют дошкольные учреждения. По этой причине ежегодно в первые классы поступает большое число детей, совершенно неподготовленных к учебному процессу. Идея еще есть такой. А до переселения было у нас все, и школы, и детские сады, и больницы, и многое-многое другое. Проходят годы, а проблемы не решаются. Накапливаясь, они вызывают волнение среди населения. Мы страдаем от неравноправия. Ну, посудите сами. Много лет таркинские и абрикенцы обращаются по вопросам выделения земель для жилищного строительства, для расселения молодых семей. Говорят, что нет земли. Просим остановить миграцию населения с гор, самовольный захват и строительство ими на горе Таркитаву и ее склонов. Никаких мер никто не принимает. Не могу не сказать о кармане. Как вы знаете, за около 2 лет, даже не около 2, уже 2 года, находится наша молодежь, контролируя, чтобы остатки этих земель чтобы не захватили так же, как все другое. Если останавливаться на этих вопросах подробно, то будет очень долго. И да, я охватимости нет в этом. Если короче, то весь сырбор здесь возник из-за того, что земли наших бывших колхозов, а у нас есть государственные акты до сих пор на руках, самовольно захвачены, застроены дворцами, хоромами, виллами чиновников, высокопоставленных лиц республики. Нетрудно повернуться назад, это уже видно будет все это. Мало того, что они сами построили здесь. Все, что можно продать, они и распродали. И продолжают по сей день продавать эту землю. Нам указывают, что этого делать здесь нельзя, потому что эти земли рекреационные. И можно на рекреационных землях строить такие хоромы, а нам нельзя. Куда только не писали, кому только не обращались, все без толку. Как говорится, дальше больше. В смутные 90-е годы прошлого столетия 3-й съезд народных депутатов республики принял решение переселить влакское население Новолакского района на новое место жительства. Но тогда не было указано конкретное место, куда. Со временем на побережье моря, на территории Кунтарканинского района, вот через дорогу здесь, возникли новые населенные пункты. Руководители республики нарушение законов о местном самоуправлении и референдуме спешат образовать здесь, на рекреационных землях, новый Новолакский район, 4-й по счету.
Кулинский, Лакский, Новолакский, и этот тоже новый Новолакский. Это в то время, когда в наших поселках 40 тысяч человек населения, не имея даже статуса своего. А в этих районах, сегодня живущие там в районах, это население, наше население, в два раза меньше, чем в наших поселках. Другой пример приведу. Мы ставим вопрос о возвращении, или, скажем, о восстановлении статуса Таркинского района. Они говорят, нет, этого делать нельзя, Дагестан распадется, развалится все. Ну, говорю, давайте тогда по-другому подойдем. Дайте нам земли, чтобы содержать можно было с этого. Доказательство, приводим пример. Вот этот район лакшего населения, на одного человека приходится около 200 гектаров. Тогда как кумык имеет 0,30. Вот разницу почитай. И еще об одном. Третий съезд народных депутатов в июле 91 года признал незаконность и преступность репрессированных актов народов, подвергшихся насильственным переселениям, с подачи малосведущих людей, принял конфликтный закон, которым внимание уделено только проблемам народов, переселенных в населенные пункты Новолакского района и его Калинин аул, Ленин аул, Казбекского района. А надо бы перечислять все дагестанские народы, переселенные в ЧССР и на земле чеченцев-акинцев Казбековского, Новолакского, Хатырского района. А то получается, что государство восстанавливает историческую справедливость в отношении одних, но остается несправедливым в отношении других. Вот в данном случае таркинцев, кахлайцев, альвертинцев. А ведь мы тоже граждане России пострадали не меньше других от неправомерных действий властей. Уважаемые участники собрания, годы насильственного переселения ушли в историю, но боль не прошла, она лежит тяжелым грузом на сердце. Но борьбу мы не должны остановить за свои права. Иншаллах, думаю, новое поколение продолжит то, что сегодня начали. Спасибо за внимание. Переходим к дальнейшему выступлению. Слово для выступления представляется народной поэтессе. Она дочь Бамачута и Тарки, Шейтханум Арсана Алиевна Алишева. Мен түрөдүм али мен Алла дагы да сөйлер, соң сөйлермен деп. Эт өлесе. Мен эсиме келе байдын орусча сөйлегени де, орусча азырлангени де. Өзгө шундай халыктар да бар, бирлери шолар да шону эшитсин, аңласын деп. Шу саялы сөйлөйдү эсиме келе. Сиз оор бираз кумукча сөйлөйсүз, кум. Баарыбыз да болабыз кумукча сөйлөп, байт да болабай. Улу намыслан алып үйрөгөн адам бүгүнгө ерилип. Білесіз, үрегі ғаны жаны болам дегелі, осаялы үрегі ауырыпта ятты байымсада. Мен есіме келе, біз бір-біреуге, бір-біреуіні аяп қызғанып бақсақ, бір-біреуіні ятлап бақсақ, табылып білсек, оны иңнесі шо деп. Да, мен де бама үртта туған бар. Мен атам даудан қайтқанына, тарғыда үйлері дағы бұзылып, дағылып тапқан үйлерін. Қардаш досы да бар да бама үртқа кетіп. Қайтып келіп, өзінің қардаш досына бама үртті, шонна анамызға да елігіп, шонна үйленіп, шонна менне соң қызардашым бар бір дағы, ода туған. Бір 4-5 жылар болғанына қайттық біз. Қайтқанына да, атама тұрма ерді еққа, яшыларда болан келген, келме қоймай, сіз қайдан келген сіз деп.
прописка етмеді көп иллар. Барған тұрған шоба майырты ұзда тұрғыз деп. Озықта дағы. Біз біраз Алла бар келдік бама ұртқа. Юрттан айланық, қабырлардан айланық. Бір тамаша озықта. Қайғылы да, дерді де. Біздің халқымызды башына түшкен ұлы намыслардан иңнесі болып тоқтағаны шо депортация. Бұл не ерлі шоны. Біздің шо статус депортированық деген графаға кірмегені де. Бір ұлы қайғылы, бір ұлы бізге баққан яқта қиық сұту, біздің пачалығымыздың, біздің үстегі ел басшыларымыздың, бір тамаша, бір сөзіні ойлашқан едім мен. Бізге баққан яқта, біздің правительствымыздың орыш еті жаңа. Политикасы, политика, поза страуса, поза страуса, и именно на наших землях оскорбительные для нас и недостойные для правительства, дойляштым мен. Не это улесе? Да. Бізге эрши көрнеем күйдеге өзлен туталар шолар. Бізге әрі өтігіл шо. Өзлеге де әрі өтігіл өзлен тутаған қайдасы. Нечік бола бір ұлы халқыны яңыз мен тарғынында, қақылайында, албіргенді айтып қоймайма, айроқта құмы халқа баққан яқтағы қиық сұтулар артсыз, алсыз үрілегеніні. Онша айлар біз айланық тәңікті де ғаладовқалар еттік, митингілер еттік. Ама бізге баққан яқта, мен елла келейіні айтып та қойдым. Біздің қайсы милет кезәдіптегіні бізге баққан яқта бір тамашатты та өзлені. Мен ойлы аштым. Неге тұташ олай өзденіш олар? Неге түгілесе біздің топырақта яшайлар шолар? Біз шына көзәліне барбыз шоланы. Шо біз болмасақ шолаға тінч болажағы шына яшама халалсыз топырақларда. Біздің халаллық алмаған топырақларда яшайлар шолар. Қайсы мінетке қарағыз. Құмық дегенде біз тамаша өзге башқаша тұта. Сіз балансыз, түгенсіз. Националный вопросланы көтері келі. Өзлеге баққан яқты. Бір националный вопрос та жоқ. Ама яры нацистлер бары да. Мен шоны білемен. Аңлағанма шы ылланы ішінде. Айрықта құмы халқа баққан яқта. Мен озықта дауға да шауға да біз шыққан халқты көріз. Нече де біз әлі интернационализм дегені. Шо интернационализм айрықта біздің түрк халқлардан, құмылардан шыққан әресіме келі. Біздің айтуғыларымыз бар. Бұрынғыдан мәлі кеш келгенінің қорлырып, ач келгенінің тойдырып, арты алы бітмеді мі? Кеш келгенлері де қоңды бір күнге қонмады, иллаға қондылар. Ач келгенлер де біздің ашымызды ашып той бітмейдер әлі де. Біз шо халға түшкеніміз. Бүгін мен озықта ойлашағаным біз қырғылы стол етіп елашта да шықты. Шында хақылы адамларымыз біздің, ойлашаған адамларымыз жиылы үйеріп, ақтарған адамларымыз, біздің фақларымыз бар, біздің шығарған өздені шүк күйде етсе, шүк күйде болажақ деген ойларымыз бар, язылғалар бар, мәсіме келі. Әлі сөзден ішке қайта аяқ деп әсіме келі. Неге түгілесе, біз сөйлеп тұрғаннан пайда жоқ. Мен оны аңлағанман, мен әсіме келі тұтып беріп, етеген ішіне жиылы үверік, бірлешіп үверік, мұна бір салып орталыққа да, қарар да шығарып, шоны артына шықмаға тарық. Маскеу барма тарық мы, Страсбургқа барма тарық мы, барма тарық. Не ұжәлі біз шоны әтіп олмайбыз. Шонча өздерінде шонча бұрынғыдан келген егіт қалыпыз біз. Қағырман қалыпыз біз. Хақылды қалыпыз, күлтірмі қалыпыз олай айтқанына. Шоны бұла біші біз. Тастырып айтып, таштырып айтып. Шоны ақырына шықма тарық бізге. Сөйлей тұрарбыз, айтап тұрарбыз, очар құрып тұрарбыз. Арты алып олмаға керек. Қойығыз очарланы да, қойығыз. Мен айттым бір уақыты, бір бар оны әлі ауызға бош ақпабиш деп аңыларыны. Бір әру пайымайын шығырысы бар, бізге құмылыға айтылған шығырысы. Дау замаларда айтылған шығырысы еді оны, пайымасы еді. Мені атам қоңынен біледі. Бір хабар, бір бош хабар шығып ерсе, мұна біз ауызға бош ақпабиштер болдық дейді. Біз өз арамызда ағызаны, өз арамызда қойып, өз арамызда яшырып, қырға шығармай, етегенімізінде, ойлашағанымызында, тұтқан планларымыз бар, мұқияларымызында, өз арамызда ойлашып, өзіміз көпме етарымыз, өзіміз әме етарымыз. Аллах бұйырса, болмады болажақ шылай. Инанамам мен шоғар. Слово представляется Валерию Залимхану, председателю общественного комитета Кокулай.
Assalamu alaikum, ayağlı Müslüman dost kardeşlerim, cemaatim. Barakallah bildirmesi yemez sizge bugün gelip şunda bizi ciğinimizde ortakçılık etkenizge Allah razı olsun sizge barınızda da. Biz şu ciğinini otkereyik deyip oylaşkan edik. Şu ciğinimizde biz çakırgan edik. Bizim Osman yurttan, Bayram Ağullan, Bamat yurttağı bizim Sürlütke yurttağı cemaatlanı. Şu cemaatlar da gelgen barakallah bildirmesi hemen Allah razı olsun gelip ortakçılık etken bizim ciğinimizde. Şu ciğinimizde biz çakırgan edik. Departированный народы Дагестана представительства. Шонна бар аварда, даргиде, лаксиде, лезгинне. Биз бу халкларында чакырганык, неге десек, яңгыз сиз түгүлсүз деп Дагестан айта. Департированный. 21 районов Республики Дагестан были переселены в 44-м году. Шосайлга ана тилимде ничагада билемен, ничагада сүймөдө сүймөн, өктөмнө дүрмөн. Но бүгүн келген конокторго да абур этип, сиз айып этмесеңиз, орусча да аңлатмас деген затларыбыз бар. Келген халыкта бир аз аңламас үйе низат сөйленген. Сиз мени багыштап коярсыз. Шосайлга хочу сказать, я то поколение, которое моя мать была выселена в течение 7 дней на земле Осман-Юрт, чеченцев, село. Я потомок этого общества. В 1956 году, когда реабилитировали чеченцев, из 21 района Республики Дагестан, единственный, кто, оставив, вернув все имущество, которое было им передано этим государством, вернувшимся хозяевам, вернулись на свои исторические земли. То есть, согласно законам, мы до сих пор должны жить в Осман-Юрте, а не в Кихулае, в Тарках, в Альбюркенте. Закон государства, которое приняло закон, чтобы нас переселить туда, до сих пор не принимает закон дать разрешение заселиться на свои отцовские земли. По сей день дома наших предков не вернули их потомкам. Помимо домов, я сегодня уже, у меня трое детей. Я сегодня, будучи отцом, потомком этих депортированных народов, не могу твердо обещать своему сыну, своему ребенку, что у него есть земля, где он может построить дом. Что у него будет земля, где он может работать. Потому что из 250 тысяч гектаров земли Таркинского общества за нами сегодня осталось 300 гектаров земли. Это земля, где мы непосредственно сегодня живем. Это результат депортации. Получается, руководство, республика, государство, как бы ни было, оно способствовало этому. То есть оно обокрало наше общество. И сегодня оно же не хочет восстанавливать наших правах. Вот эта территория, Караман, где мы сегодня находимся, мы во избежание национального вопроса, во избежание каких-то неправильных действий, мы приняли решение зайти сюда, потому что эта земля до сих пор находится в собственности России. Это земли федерального значения. Его забирали у общества Тарки как нефтеносные земли. Это территория 195 гектаров, из которых 100 гектаров уже застроено. Застроено правительством Республики Дагестан. То есть здесь строение имеют все руководители Республики Дагестан. Правоохранительная структура, исполнительные органы, все министерства. То есть до сих пор продолжается воровство общественного имущества. То есть до сих пор идет экспансия земель нашего общества. Те земли, которые государство обязано вернуть, оно не возвращает, а создает вот такие вот очаги гражданского недовольства. Осайлга аймас емен аялуу кардаштарым. Биз бирөөнү келкесине салмас жебиз. О депутатыбыз бар, сөйлөмөй биздин халкыбыздын атына. 13 депутатыбыз бар, кумук депутатлар.
Birisi sana bir cemaatka sana gelip ne kıyınız tınçınız var deyip soramay. Neçesi ministrlarımız var. 15% представителей кумыкского народа представлены во всех органах власти. Шо 15% халкын арасында бири де йок. Биз карайбыз качан бу халкыбыз бирлешип өздөлүгүн колуна алып, эссине эссилигин жүрүтөчөк топурагына деп. Болмажак биз бирлешмесек жамааттан таба, түптөн таба алар биздин ичибизден чыккан адамдар. Жыйылып барыбызда чакырып тергеп алайык солордон. Биз койгон сайын, тыңдаган сайын бирөө да бир зат да эмежек. Şu Karaman'ın içinde это коррупционная система Республики Дагестан. Когда мы говорили руководителям республики и президентам, уважаемые руководители, это вся коррупционная система, общество хочет помочь вам для того, чтобы искоренить эту коррупцию у нас. Вот наглядный пример. Они нас не слышали. Когда мы создали комиссию, выявили все на картах, поставили перед глазами этого государства, оказывается, помимо того, что это руководители не слышат, они, оказывается, и не видят. То есть глухие и слепые там сидят. Которые не слышат свой народ, которые не видят тот беспредел, который творится у нас в Республике Дагестан. Поэтому хочу призвать нас всех, общество, объединиться, сплотиться. Если государство у нас в состоянии инвалидности, то есть незрячий и глухой, зачем он нам там нужен? Пришло, наверное, сменить так этих людей на тех, которые из народа, здоровые, дееспособные, кому можно доверить судьбу государства и общества хотя бы, на кого мы надеемся. Каждый из нас хочет сегодня вести свою семью здесь на поле, 2 года мы уже сидим. Нам говорят, вы что здесь 2 года делаете? Мы требуем защиты наших прав и интересов, потому что нашим детям, где сегодня проживает 40 тысяч людей, формируется каждый год 300 семей, негде дом построить. Хотя государство обязано это, обязанность взять на себя, каждого обеспечить одним земельным участком бесплатно и дать безвозмездный кредит. Но сегодня государство не занимается этим. Раз государство не занимается, не исполняет взятые на себя обязательства, то мы, граждане, общество, имеем право взять в свои руки защиту наших прав и интересов наших детей. Көп айттымна, айып этмегиз, айтмага сүйөдүм, жүрөгүмдө да көп зат бар. Баракалла болсун сизге баарыңызга да бүгүн келгенге. Мен айтмага сүйөгөнүм жахиллерге бир заңы. Sizin eskinizde gelmesin bizim atalarımız satık etken topraklarını satmadan. Bizden çıkarıp olgan hukumat şunu. Atalarımız dağda kanın tövgenine. Ne çıkaydı? Urlağanlardan terge olayıklar. Şolanı kaytatmaya güç yeteyik barımızda biri olup. Kaytarmaya da tarık var. Среди нас есть гости из Байрам-аула, Татаев Баммат. Где Баммат? Ассаламу алейкум, аялы кум халкым, аялы келген конаклар, о бары да башка миллеттен келгенлер бары, шолага да айрыча салам берем. Мына бек арып сөйлөп кетти, мен алдымны сөйлөгөн улан тести тилине жүрөгү да тарылыкты. Кулай алган заманы тарылыкмай иште түгүл, тарылыкмай гана эмте түгүл. Биздин калкка караган замана, биздин калк эми чыдамлуу адамдарга абырда сыйда Аллахны ананы болмой керек да, азбыса да бир жол. Мышыда болур деп эсиме келе. Узак калмай. Мен Байрам-аулдамын. Yaşavum. Biz kayıtkandık. Geç kayıtsak da 60. yılı, 59, 60. yılı da. Al bir rintke. Kaydık gelgenle atalarımızdan kalgan abzarlarla selsebet satıp avarlığa. Alıp olmayı durduk.
атабызды ерешіп, шо таулыға қапасыр оғаны. Итасетті атабызды шақыра тұрып, милицияға да кегебеде, мегебеде о заманыз алар. Келді мүшіңіз қонақларымыз. Алу мүслім, сен үшінде жоқса ерің, бәрім алды бұл жақсаға ерді байтып. Кешеден өтің, ал кетті бізің. Шылай, бізің қалдың, ағыры да, сүйі да, бізің хәкімлеге баққан яңына. Айбетмейіз баға. Нұхәлі башын тұтқан шында ұлалаға Аллаху Тала саулық берсін. Шола көмек тәмірек нишаға боламса да, айтқан заманы айтты байдып келмеді ерек. Шында көрініп тұра әлі тұтқан ерлігі әр кім бір затлар салып тұра. Қаст етіп салма ерек топыраққа, бір таш салсаңына, бір қазық орнатсаңына. Қойба тарық тұғыл. Ердің тарық бұса, тарық бұса, явышыма да тарық, өлме да тарық, қырылма да тарық. Бірінде, бешінде, онау да өлмесе, яшау болмай. Шо саялы, тұтқан заңық тұтмай ерек қылыч. Қолынан түшірмей болған. Арсанбек, бар, жүрін әлі айтып болмай жақмас сізге. Шо неймік, қылышын тұтқан наймік, қолынан тұтқан заңық ебереме тарық тұғыл. Бүгін келген қалды мен, олақы, баракалы беремен тек, баракалы болсын сізге олар. Мурзаев Абсалиттин, общественный деятель. Ассаламу алейкум, ямаатым, приветствуем всех гостей, которые нашли время и возможность. Вахит ағай, башлап құмықшайты қояйым, сон орысша шығарбыз қонақлыға. Вахит ағайым, общественный деятель деп, мен биринчилей дөргеле жамаатны председатели совет сапта дөргеле жамаатыма атынан мені вакил етіп иберген сізге сөйлемеге. Аллах құраштырсын барды етеген ішлерігізінде, етеген мәулетлерінде Аллах қабыл өтсін деді. Дөргеле жамаатта мұна мәжетні имамы да бар, алды елдашы жамаатлардан аз келгенде дөргеле жамаатымы менмен деген ұлалары да бар, екі де жұма. Кеттіне оңы жұмада да мен өзім жамаатымын жұма қылдым, Аллах қабыл өтсін. Шонына да дұа да қошып, Дөргелі жамаатты екідері шақыру да болды, ай, бұлай өтіп олаған көмекке де қар жағынанна олай яғында сөйленді. Шо дұғада да, шу іштені башын тұтған ұчта жамаатны артынан айланыған ұлалыға башын тұтқалыға Алла саулық да, күчта қуат да берсін, жамаатқа рух да берсін деп, біттіра біз дұға бізінде. Мен сөйлемесі егенім, мұна хар көп, бұ масалар чечілімей ұзақланып ара, елуға біз сөйлей біз, Такрар еткен сайын сөйлеген сөзінің мағынасы да аз болады байта. Мен бір затын айтмас ұйыман, жоқын айтмаса йодамас дей. Шуны дөртте аяғынан пайдаланма, қазанма, шу топырақланы алғалар. Не ердегі мұхтанны жоқын сөйле, шоғары мен орысша. Мен өзім аңлайген күйде, мен әр ерде боламан, әр ерде мен сөйлеймен. Шонна не чекмен масаланы салағаны сізге аңлатаман, түстігіл затымы. Мұна жиылларда зайетмек, айыры тұтып, абсолеттің шу ерін түз айтмайсан деп. Мені тұзыларсыз. Білімі еткен затыма кетшігіздер ман, біліп еткеніміз, значит, қайтар еткен затыма алар ман. Қайдар етшідет об землях притаркинских поселков. Первый очередь мы должны обращать внимание. Постоянно идет искажение, постоянно хотят, значит, искаженном свете представить действия этих жителей трех сел. Хотят, даже появились статьи, как кумыкскую молодежь превращают в экстремистов, хотели приписать то, что не присуще нашему народу, нашей молодежи, ищут любой повод. Любой повод, значит, чтобы освободить, забрать эти земли. Первое, мы говорим, во всем постсоветском пространстве есть, первое, крымские татары, которым Украина не возвращала земли, турки-месхетинцы, которым Грузия не возвращала, и единственный народ в России – это жители трех притаркинских поселков, которым не вернули земли после их незаконного, значит, варварского переселения. Дальше учта юрттан айры, россияны чинна, топырағын қайтары бермегалар йок. Бұлар 26 районны переселит еткенне деді, Вахит ағайымды, Зарымхан айтты, столько-то районов были переселены, да, были переселены, кумокча эшек теуп жэннетке салганны ёли затка, оланы. А мунна муса,
Şu barda halkla arasından şu 26'da rayonunu bir güne bir şu cemaatler toprak barzatını başı toprakın kaytarıp vermeden. Şuna itabiz birinciliği söyleyken. İkincisi Yasemenler'de verdi de, kaysi prezident planına yolukkan man, Yasemenler'de verdi ki, semenleri davali zemlü tam razbazar ili takdali. Menatüce dedim ön, nidali. Vaferik eta ilk zimle. Ve mu говорит о том, что государство дало, это их земля и по справедливости, и по закону. Единственные шальные 90-е годы, единственный переселенный народ, эти жители притаркинских поселков, которым никакой помощи не было оказано в самые тяжелые годы, значит, хорошо ли сделали, плохо ли, они, значит, не чужого отдавали и распоряжались своими землями. В-третьих, Вайтагай, когда выступал, сказал 2200 гектаров. Когда таркинцев насильственно переселили, 2200 гектаров с этой стороны ушло, значит, горным районом. Он назвал 950, Гунипский район 220. 12 апреля 1944 года за подписью секретаря обкома партии Даниэлова были переселены эти притаркинские поселки. Это не Москва. И давайте зададимся вопросом, из этих земель кому больше всего досталось? 650 гектаров досталось селению Ругуджа. Откуда родом сам Даниэлов? 650 гектаров. Мы видели Абдулкадыр агай. Бүгін арабызда бар емегес керейік. Герті дүнияда жәннетлерің торына болсын, жәннетлерді елікма насып болсын, я ола. Шо айтады, мен не еді, қозыма қаны үші шаяққа бармаймын не еді, шоны Ругужинский земді деп, аза айланған сайын затты, сатыла зайетті деп, мені ата топырағыма. Третий вопрос, который мы задаем. Почему кто-то должен наживаться на этих землях? Есіне келмесін, баракатсыз, топырақларда баракатсыз зат озылаға. Шону халаллығын алмаған зат. Мен Мамат Аминге бердім, Озданы юрты язып тұра. 644 миллион ақчаны сатып, хаким мары, юртын ішіні Ругужа халқ әза. Комиссия дәтіп, халқына түшкен заты йоқ. Талаганы талаган, алаганы алған. Кто продает землю от горного животноводства? Как продать землю от горного животноводства и стать главой района деп? Значит, улы статья бар. Почему на землях моих соплеменников, сородичей, маню, жаным, ханым, мулани, таргунда, бисы, юртланда, башкалар, миллиардлар казанма керек. Шону туздабайта аниши айтсин. Это третий вопрос, который мы ставим. Дортунчу масала. Шону да 468 гектарын бусса. Шуерда караманна 2 ил бола. Муна алгыл иштеген улан бар, профессор. Шуда менне отурдук хлопоинны кабинетинна. Дагыстандан келгенлерде барды, Госдума Россиядан да, шо Пятигорскийде еткен съезде бошуна кетпеди, шогор көрө бизин чакырды. Шонда мен салдым масаланы, я 2 жылга айланган биздин халкыбыз ятып, Озданы ата бабаларынан алган топурагын бермей. О топурак аны 25 мартта 2013 жыл яңы хаким келгенде уруп дачалар этмеге деп болага закырып кеткен. Шону закон менен жолдорун мына жыйылып зайтып турма деп шону требовать этегенде бирлери ичинден көп адамдын алдына чыгып миңдер болан сөйлөймөн. Бар халкты мени аңлап да болмайдыр, бар халкты суюп да болмайдыр. Тек тузаңламай сөйлөгөнлөр болду. Я шоямага шондон негер шолого ярай, мени халкыма ярамай деп салдым мен масаланы. Артта бирлеринен аваз келе, я сарттым биздин олар болан питтеттирме суям, олар курган деп. Курган жердеги укуматтын закону бар, тубунуй топурак акчасын миллиардлар берип турган Авалакскийге. Шо акчаны таргу жамаатка бермек ыктыяр бар шо. Курганлар турсун тубунуй топурагын. 468 гектарны барына куруп бүтмөгөн, 200 сама бош. Шону да берсин шунда. Шо заман бола, справедли баста, шариат ягынан да, дүйнялык ягынан да, закон ягынан да. Шо масаланда салабыз айланган сайын. Негер менкилерине жетишкенде закон болуп кала, Озданыкына барзат ярайган болуп кала деп. Яңы келген хаким менен жолукту глава булан. Шондо мен бу язган посланиясында, я курганлар кургандыр, болган зат болгандыр, сама захват, шону кечип койма керек деп. Мен айттым сага бир сорогу бар, мени халкымы дедим. Курганлар кургандыр. Сен шо сакчылар склон гары таркитау деп айттым. 284 арендный участок бар. Бирини кирпич салма тугул. Фонд листового хозяйствада тел тартып, ары бери жүрүшүн токтот.
ихтиярин жок. Курган деп айттым. Негер сен шонна салмайсан яңы келген хаким, коррупция болан ябыша бізесін. Оны мұны, шонны саткен хакимлер деп айттым. Шонна барды, ұлтуру, Бучаев, Хамидлер де, бірсілер де. Шонны саткалар бұл сұратта да комитет үстіне хазайстуда ішлеп тұра. Шолар сатып, миллиардлар қазанген ақшыланы алып, Дағыстанны хайыне тамысагіз. Шоланы негер қайтармайсан бюджетке. Негер мұнна келіп, законсыз құрылған деп айтма суя, законсыз жолын етерсіп. Бар мы бір сама, шо жамаат көтерса тұғыл, умалат ағайым чайқаса тұғыл. Бар мы шоны көтері аңышы, хакимият яқтан, хукумат яғыннан. Негер шонна құрылған, шоларшы законсыз құрылған, тарқы тау. Біздің құмықланы символы, біздің құмықланы құмық әткен ерләні бірі. Шоны көтері аң адам ек деп. Ибиттіраман. Шуланы Дагыстанда улу ябышу уюрула коррупция булан дейт. Акаби шишкинча телевизору газеты яза. Значит, Хлапонина выступат этып айта. Северный Кавказда 80% тонауну коррупцияны связана с землей дейт. Бир земельный затка бир дала курмай. Бир земельный затны ахтармай. Ахтармайганы көре бүгін билеганы бізді білдірмә керек біз. Екіншісі де қоймашағы бізді білдірмә керек біз. Бір дағы айтар байтаман, Аллах құраштырсын, Аллах күш қуат берсін, я Аллах. Сау ол. Біздің арамызда Баммат Түрттан келген қонақларымыз бар. Соланың бірісіне қанна ұруға сөз берейін. Assalamu alaikum, ayağlı din kardeşlerimiz. Ben başa aytıp şu öğrenmeyeyim mi ki? Bisa da layı Bamatürk'te tuğanman 47. yılda. Halde şunda yaşattıraman. Bari şu, şunda kumuklar turgandı aytıp aytıp olaman. Ben şu komşularımda bari şular şu. Mahmut Amin'le Murtaza'lı bari şu Abdurazak, Habey, bari şolar, hali esimde var bari, şolar özlerçi yok, Allah rahmet etsin şuna. Kısa da şu yaşları ulan oynattırmamız şuna. Şikolada okuyduk birçe. Şolay şu şahatlık etip şu bulamış şolay, daha ben başka mazat bilmeyim ben. De, şu mıcıklar geldiğin zamanla bir problemasız, bir dertsiz, bari de şolar koçup maaşkalığa gittiler. Başkalar duradı onlar zaten. Erişip zaten atıp çıkması yemey. De kumuklar bir problemi etmedi buraya da. Hani bari yaşayıp duralar özler. Hatta yurttaş olma. Ne yapabilmeyi mi? Ne ait ayınması olma. Yoksa bu olanları bul. Zeynel Bey'ki Başan Ali. Otemiş yurt. Al onu tümle. Assalamu aleykum kumuk milletim, kumuk halkım. Umuk camiatim. Men o temiş yurttan gelgen men şunna, Kayyen rayondan, başka yurtlardan da gelgen. Şu biz, şu sizge gelgen balahni ne çik etsek komik etip bolar mı sizge? Ne çik etsek ne olur eken? Kaysi yaktan, ne yakka bağıp barayı, ne iş eteyik de gelgen mi şunna? Ve şunu uçun muna anladık bunda sizdeki bar halini. Bulay hallar başka rayonlarda var. Asoben'le Kayyen rayonuna. Şu kumuk tuz bir türlengen tepside besime gele. Şu tepsiden biz Ali türlü türlü milletlere kampet verip, halva verip, ekmek kesek verip, aş verip. Ha turduk. Şolar at zamanla, ölügen zamanla. En nihalli şu tepsini yuh kuvalaman ne? Yerimizde almaması yes bu şey. Bu halde bu lezzet bulmaz ki.
Halı tercihe gözü karay. Ya yoldaşlar, bunlar yaşayan millet. Bunlar tezden beri, ata babalarımızdan beri. Yaşap gelgen ki bunlar. Sizge sadakada verip enni. Yolkup yerimizin alması yemusuz. Aytağanın bizim kayyen ayına çıkması yemen ben halli. Buna aldın mı prezidentin zamanında Muhammed Salat'ını? 8 kup kurdu bizim kayyen ayında kup dey. Kasudar sivenle unitar ne yapriyatı dey. Bu talavur çok predpriyatiyalar. Bunlar hukumat dey. Hukumatın atından talama vurdu. Şolar kup olgunca savholdayın zamanında bir acayip ekonomikası var idi bulanı. Ne dersen tozup bittirdi, bir kapek de kalmadı şundan. Barınla taladı, örge taladı, tupge taladı, yok da talan takış etti. Aytağanım şu halli, yeri kalgan şolanı, malı matahı yok, kalmayan bir katı da, yeri kalgan. Şu yerini de halli akçayı rava tekme geldi. Ya uyumlu ne aytayım bununla kargamasa da olmay, ot tutsun. Ha. Da enni sen bunu akçiyana rivat et deyip, bunu bu var yeşlik, adenli yeşlik ekmeğe men 50 hayvanlarını kolay saklayman. Ha, o opşi bari da yüzge yetişe, ulusu uvağı bulan, kişisi bulan. Ya men 5 hektar yer alıp bulmayma sürmeye, şunlar budayı. Yarmeti vermeye hayvanlığa suçay. A bunlar gelip akçiyana rivat et deyip, minler bulan hektar yerlerini almaya suyu. Bulayı da bir daha bu da mahmali bir fırtlaşeniye var bu. Adgonni jivatvotstva de bu Agurski rayonlardan gelen onla yuvuk bizim yurtta. O Livashinski rayonlardan, bu Serikalinski rayonlardan otallar var. Şu zaman berilgen şulağa, şular madar etip bulmay, yaşap bulmay da vay deyip. Ya hali olar ne ete, 3000 hektar yerimiz var şolanı kolunla. Özler işletip bulmay şunu. Şolar geltirede onlar sobstvenni bu hayvanları varlani koyçulani ha şolağa arendaga vere özler işletip bulmay arendaga vere toyes özler arendaga alıp şonu bere sub arendaga da uyuguzge ne aytayım sizin da bu bizim yurttakılar var saklaygan yeri yok ya siz bunu spekülasyon edip durasız yerler bulan da bu kadar karaygan hakim yok şu bizim hakimlerimiz hakimler tugul. Şolar, şu kulluk bittirme, şu bizim kumluk halkı osal yakı var. Birbirine rahmet meygin ha. Şu hal yarayım yoldaşlar. Kaysi yurtta, ne yerde olsa da cihilli, bir ye biz götürülüp etmesek bizde gelegen balahını artı aldı bitmeyecek. Men ay mağasuya genzat, ya Allah şu tutkan, muradı biz, oyları biz başka çıksın. Şu kumukka, kumuk tuz kaytara gelip yerine türlengen tepsi olup toktasın. Bolgan sayın sadakat edip durar bir şey olamaz. Sağ olun. Mustafa İvali Sultan Gireyüz Süleyman'a düzgün karanmış. Assalamu alaikum cin cemiyat. On bir minli kazanış cemiyattan sizge salam. Salam bilen son men 3'te yurtunu savlarını da gerçi dünyaya yetkililerine de Allah sizgin düz yola salsın. Haleyenli menetmez yürekenizat bugün yılgan biz masalanı dürüst yola salma için ne mi ilk çaralar görme gerekli kız kaça itip tutulması yürekenizat. Ne çakı söyleyip dursa da sözünü artı bulmağındadır. Söz artı yok sözünü. Ben şu gazetini okudum. Vremina deyen gazet başımı. Kurulgulu işte oldu. Dögerek tepsinin dörtte yağına oturup köp davar etken.
şunu yazan gazet. Şolay gazetini okuyan son, şunla yakşı yakşı bilimli, alimli şairler aytkan sözler var. Şu sözlere inanmayın ben boğulmayım. Şu sözlere kürçülenip ben çıvardım şurayı taklif. Şonca zamanlı içinde nizam terezeden bolgan ahbolatını çıvarmamız. Nizam terezeden yuridiçki ekspertiza de baytağında çıvarmamız. Bar da şu etken ahbolatlarını gocalığa tutup bizim hukumanı zakonuna, zakon yoluna salıp hukumu taklif çıvarma gerek. Yuridiski ekspertiza. Şop olmasa bir zatında biz başına çıkmaya men hesabından bulmayacak biz. O don piçatlı kırığından bundan 5 yıllar aldın. Boldu bir konferansiye de ben şununla üyeyim içinde ortakçılık ettim. Şu zamanlı halige yerli şu iş etilim mi gelir? Şunu münana şunda yazılıp da şu etilim mi gelir? Şunu şahatlık ete salav, şahatlık ete birisi bu şairlerimiz, başka yakşı barman neyken İbrahimov. Şu İbrahimov de baytağın ulan tüppeti şu, şu da ayta. Şu zanı etmesek biz şu zanı ahırına çıkarmaya, şu ahbalatını ahırına çıkıp bolmayız. Ben şolayı toktaştırım. O söyle durgan kim bolmayız sözünü begitme gerek tübün kürçüsün begitme gerek sözünü. Bizim yurt mu halkı hapazır biz sizge Tarık Bus'a komik şu yuridiski ekspertizanda etip şu arada şu arada tabip olmayımsa şu zaman biz hazır biz sizin yan navruğunda aylanıp sizge komik etmiyor. Köp söyle gönçün sözünü artı da bulmay. Köp söyle gönçün başka koşulan zat da bulmay. Bugün bu saat başka hukumatını tarmakları bulan, başka yollar bulan sizge komik tarık bulsa bizim kazanışına halkı sizin kırığınızda, yanınızda öyle durup yürüyecek. Уважаемые участники собрания, выступило 8 человек. Есть предложение прекратить выступление. Никто не настаивает. То время, которое я видел, время отведенное для нас регламентом, мы ее должны держать. Скажи. Ассаламу алейкум, аяулы халкым. Şu iş yürülmәйгән, başka çıkmәйгән bizdә таксир. Беренче bizdә халкта, простой халкта. Безнеки активность без правовом плане белмәсәймәбез. Сплоченность без юк. Безин руководителләребез безин халкны чувствовать этмәй. Бездән тартынмай. Шо безин руководителләребезне халкы куллык иттермәгә безин күчебез җитмәй. Җитмәй ни өчен сплоченность без юк. Bu toprak masalara göre ayması yegen zaten. 57. yılda Kumuk Hakni 2 milyon hektar yeri var idi.
это составляло 21% от общих земель Дагестана. А сегодня 10%. 50% мы земли свои потеряли. Hali aytib keldi yo'ldosh oldin so'ylagan sementerda yerlar payladik sizga, siz sotib yerlarni qo'rg'olmadingiz deb bizga zamishaniya berdi. Meni uzuqanim Rugujada 5 sotuq yer oldi sotib. O yer bergan odam Ruguj avariya u aytdi. Umuklardan bizde hapavay geldi toprak. Hali umuklara satıp böyle bizde kuley. Olay yani de var. Biz aytayız mi braski narodi. Между нами никаких столкновений никогда не было. Ну не было, чтоб столкновения не было. Не было из-за того, что вместе отражали врага. А потом каждый свой... Джамаат в своем селении жили. Поэтому сегодня ситуация изменилась. В наших районах есть представители разных народов, поэтому нам надо жить мирно, конечно. И это земли основа всей жизни. Поэтому мы должны вот сейчас вот оказать всяческую помощь таркинцам, кахулайцам, альбургенцам. Баракавели времени, мне башли юртларима, Джамалтин Алипкерген юртном башли адамлани. Шолай, бугун шунна 50 миг адам самла джирима тарагады. Бе, кушту вопрос шу... Бирас, селамуга тигзали яйлмай, али уже бите трабор. Мен сизга баракавели времени, дагы джирига заманда, бунна 50 миг адам джирима тарагады. Иншаллах. Еще желающие есть выступить? Аратинский. Магомед, покороче, да? Минут на 40. Да, очень коротко скажу. Ассаламу алейкум, джамаат. Вопрос, который поднят таркинцами, кахулайцами, альберкенцами, вопрос, который поднят кумыками, не безразличен и для представителей 13 коренных малочисленных андадидойских народов. Для справки говорю, целый район сумтинский был выселен, 1/3 из них погибла. Должны были выселить 300 семей, и, так как они отказались переселяться на равнину, переселили полностью весь район. Эта трагедия до сих пор не восполнена. Значит, вопрос, значит, помните Бороздиновки? Эти же самые, значит, трижды депортированными они оказались. Покойный Гамзатов Магомед и Шамхал Тремена. Провели они 5 съездов дидойского народа, требовали реабилитации. 14 тысяч подписей было собрано. Протоколы были созданы, написаны, чтобы добиться статуса народа и статуса депортированных. В России ничего не сделали. Он вынужден был, согласно международному праву, обратиться к парламенту Грузии. Он, согласно существующей процедуре цивилизованной, обратился. Когда вернулся, его отравили. Убили человека. Всего-навсего. Нет человека, нету проблем. По вашей проблеме, что могу сказать? Как юрист я вам объясняю, проблема в том, что мы являемся до сих пор колонией. Россия, Америка, Европа до сих пор пользуются юридическими нормами, которые были освящены Папой Римской в 15 веке, где говорится о том, что, значит, не христианские земли, эти земли ничейные. И ваша земля тоже ничейная. Дагестанская земля тоже для них ничейная. До сих пор государство европейское пользуется этими правами. А для того, чтобы вы получили право на землю, нужно, чтобы был статус у кумыкского народа как народа. Такого народа в России нету.
Абдулатипов заявляет, что аварцы являются государствообразующей нацией. Официально объявляю, и, значит, в лицо Абдулатипову говорю, Абдулатипов сам после подписания, значит, федеративного договора, согласно которому Республика Дагестан вошла в состав России, имеется в виду после развала СССР, он говорил, что ни один народ Дагестана не имеет статуса народа. Ни юридически, ни терминологически, ни по философским понятиям. А если нету народа, значит нету и земли тоже вашей. Не может она быть. У этого народа, у вашего народа не может быть права на землю. А по вот этому вопросу, что же остается вот сейчас? Вот Таркинцам, Кахулайцам, Айбергенцам. Еще одна минута. Обратиться, единственное, обратиться к международным правовым механизмам. Но международное право Россия растоптала. Вот в Крыму, видите, что сделали? В Крыму. До сих пор шовинизм шумит, кричит и так далее, радуется, что Крым забрали. А у крымских татар спросили или не спросили? У меня друзья там есть, крымские татары, которые говорили, это крымская земля, это наша земля, это не украинская земля, это не российская земля. И Дагестан тоже это не российская земля, это земля коренных народов Дагестана. И квадратный метр земли, это тоже не федеральная собственность. Чтобы федеральная собственность она стала, согласно гражданского кодекса, Российская Федерация должна у вас выкупить эту землю. Она это перебрал уже. Перебрал, но только чтобы вы 20 раз не собирались, вам объясняю. Первый и последний раз от 4750 человек осталось, каратинцев, из 30 тысяч. Мне, представителю малочисленного народа, приходится полумиллионному кумыкскому народу объяснять ситуацию. Отправьте хоть одного человека в комитет ООН по коренным народам. Всего-навсего одного человека, 30 лет, 40 лет, знания английского языка, юриста, чтобы он там, когда доклад России будет там звучать, чтобы он ему шалабан давал представителю России и говорил, у нас вот это не сделано. Ассаламу алейкум. Еще одно выступление. Дадим своей сестре Сипихановой, председателю Женсовета. И на этом весь продолжение прекратит это выступление. Ассаламу алейкум, Таргу Джамиат. Келген конакларыбыз Алибриент Кахулай Джамиатта. Мен кумукча бираз арип айтмай койсам кеч коебуз. Караманын хакынан билгине бир эринчек адам эшикмегендир. Йолуккан йолуккан сурай. Хейлер кертим му эркин яшайган таргулар ожагын отун бар затына коюп Касайыт районуна чыгып кеткен деп. Bir zamanla da öz başına ata toprağını koyup bir evde çıkıp gitmeyecek. Biz de gitmeye dedik. Halibiyle gelirim mi? Beni anam Utsumuyva Umsalimat'tan eşitgeme şu sözlerini, şu haberlerini bilgenim. Güçlü nemiz faşist bulanma ulu vatan daha o zamanlarda vatan için canını kabul edip etken atalarına ерлерине, амалларына кийген кир сама чечилмеген катылганы улусу кичиси булан яшларымнан күчтен иберген болган высылкага. Алга салууларынан көчүрүп иберген. Заман кетти. Рентабельный хозяйстволарын куруп тураганына мычыгышлар үйлерине кайтма башлай. Кайткан заманда мы чыгышлар үйлерине. Биздин халк бар юк малына алып, кайтарып биз үйлерине кайтмага, өзүнүн турган жерлерине кайтма сүйе. Şu сөздөрү мени анама айт дедим. Менчи билмейм мен. Кайтканда үйлерине турмага жери болмаган. Ишлеме топурак жок. Эмне керек биздин халкыбыз? Разнорабочий болуп заводларга, фабрикалерге ишлеге түшмө башлайлар. Жене прекратиту. Арадан көп замандар кеткенде Совет Союз тозула. Заводлар, фабрикалер ябула. Кайда барсын дагы да биздин халк?
Yurtlarına kubisu iş izleyip durup, yurttağlarımız bizim, Targu, Kahulay, Elbirgent yurtlarımızdan, kubisu hatta tış paçalıklara çıkıp gitme. Borçlu bula. Esime geli, şu bizim topraklarımız kolumuzga tüşüp bitse, kop ahlüleni yaşavu tüzeler edi, tüz bular edi. Şu dalabızga yaşavuğa çıkmak için biz bir bulayık. Edeler et koysun de koymayık katılar. Biz de komik eteyik. Ağır yağın alayık. İnşallah işimiz düzelir. Выступило 10 человек. Есть предложение прекратить выступление и приступить к принятию решения. Не возражайте. Для чтения решения слово представится Айбула Алханаджиев. Решение собрания представителей сельских общин Тарки Кяхулай Альбрюкент. Заслушав Вагидова Вагида, председателя оргкомитета по подготовке и проведению собрания представителей сельских общин Тарки Кяхулай Альбрюкент, приуроченного 70-летию насильственного переселения их жителей в Хасавюртский район 12 апреля 1944 года, учитывая выступления, а также поступившие предложения, собрание решает. Народному собранию Республики Дагестан, используя право законодательной инициативы, внести на рассмотрение Госдумы Федерального собрания Российской Федерации проект федерального закона о насильственно переселенных народах. Следующее. Внести поправки и изменения в федеральный закон 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. О том, чтобы поселкам и сельским поселениям, находящимся на территории городского округа, вернуть статус муниципального образования, в котором местное самоуправление осуществляется населением через выбранные органы. Внести поправки в изменения в федеральный закон от апреля 1991 года о реабилитации репрессированных народов, заменив слова «и другие» словами «таркинцев», «кяхулайцев», «альбрюкенцев». Внести на очередную сессию парламента республики вопрос о восстановлении статуса селения Тарки, Кяхулай, Альбрюкент. Ликвидирован в связи с переселением их жителей в Хасавюртский район 12 апреля 1944 года. Провести в селениях Тарки, Кяхулай, Альбрюкент местный референдум по вопросам выделения их из состава муниципального образования город Махачкала с образованием центром Тарки одноименного Таркинского сельского района с юрисдикцией на все земли, изъятые у таркинских колхозов весной 1944 года. Передать все земли, в том числе и отгонного животноводства, ведение органов местного самоуправления вновь образуемого Таркинского района для дальнейшего перераспределения их сельским органам местного самоуправления. Правительство Республики Дагестан компенсирует ущерб, нанесенный государством жителям Тарки Кяхулай Альбрюкент весной 1944 года, для чего решить вопрос о выделении каждому населенному пункту не менее 2000 гектаров за счет земель отгонного животноводства в Абаютском и Кумтаркалинском районах, а также горных районах республики. Решить вопрос о переводе земель на Карамане в районе Черных Камней под поселение. Вновь возникшее поселение передать в состав новообразуемого Таркинского района. Семьям жителей Тарки, Кяхулай, Альбрюкент, подвергшимся депортации весной 1944 года, выделить субсидии за счет государственного бюджета на безвозмездной основе для индивидуального жилищного строительства. Принять соответствующие меры для выполнения установленных федеральным и республиканским законодательствами правовых гарантий самобытного социально-экономического культурного развития коренных малочисленных народов таркинцев, кяхулайцев, альбрюкенцев. Принять необходимые меры по созданию в Тарки, Кяхулай, Альбрюкент условий для получения современного образования, медицинской помощи, досуга, спорта и культуры. Содействовать передаче земель бывшего пионера лагеря «Якорек» Махачкалинского морского порта в состав новообразуемого Таркинского района для образования там в перспективе спортивно-оздоровительного центра. Муниципального образования округ город Махачкала. Учесть представителей сельских общин,
Тарки Кяхуаль-Брюкент преобразование избирательных комиссий по выборам депутатов городского собрания и формирование депутатского корпуса, а также при принятии решений по кадровым вопросам. Спасибо. Какие предложения есть? Принять за основу. Есть ли другие предложения, дополнения, поправки? Будем ставить на голосование. Так, кто за принятие данного проекта в отношении, прошу поднять руки. Спасибо, единогласно. Председательствующий, уважаемый участник собрания, добрался я до себя уже. Наша работа подошла к концу. Хочу сказать всем вам спасибо за активное участие. Желаю вам доброго здоровья и благополучия.